троллейбусу в Краснодоне жить. Краснодонский троллейбус – это система общественного транспорта в городе Краснодоне. Открыта 30 декабря 1987 года. По состоянию на 2021 год имела два маршрута – первый и четвертый, 36 км сети и 15 машин. В последнее время троллейбус перевозил до 30 тысяч пассажиров в день. В 2005 году на 10 льготных пассажиров было только 2 оплачивающих проезд. Краснодонский троллейбус – это последний город в ЛНР, где есть электротранспорт. Но уже давно в город поступила партия новых автобусов, и городские власти объявили о закрытии троллейбусного движения. Изюминка в том, что троллейбус здесь междугородний, и ходит он из Краснодона в Молотогвардейск по обычной трассе, почти как в Крыму. Все это очень печально. Часть людей останется без работы, такие как служба контактной сети, подстанции, даже водители, потому что они преимущественно женщины. Все эти люди будут не нужны новым автобусам. Да и сама изюминка междугороднего троллейбуса уйдет в историю. Очень хотелось бы, чтобы новые автобусы ездили наравне с троллейбусами, не заменяли друг друга, а только дополняли. Недавно ко мне обратился Никита, который занимается спасением своего троллейбуса в городе Краснодон. Он создал группу в Одноклассниках по троллейбусу, которую вам я и хочу сегодня порекомендовать. Если вас заинтересует данная группа, то можете передавать привет от меня. Никите будет очень приятно.